Участие в селекторе принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Исполняющий обязанности зампредседателя правительства поручила усилить контроль за ценами в гостиницах в период проведения матчей. Как отметил в свою очередь глава региона, со всеми ательерами, завышающими стоимость услуг, уже проведена разъяснительная работа. В целом же все службы края готовы принять мировое первенство. Так, за здоровьем болельщиков в фан-зоне и в медпунктах стадиона будут следить больше 150 врачей. Часть из них прошла курс английского языка.